Илюх, после такого видео ты нас ничем не удивишь. Есть у меня одна идейка. На. За что воюешь, солдат? Ну посмотри ты на меня и скажи! В кого я превратился? В героя решил поиграть. Пап, а я смогу на ней ездить? Дума сын за старшего. Необходимо немедленно явиться военный комиссариат города Ставрополь. Вот тут устроили кое-что. Кажется, родился солдатом. Солдатом и умру. А я офицер. Присяга один раз принимается. Но здесь я по совести.